Флавия Бриаторе, канал Евроньюз, благодарит вас за согласие на интервью. Давайте вернемся к началу вашей карьеры. Вы всегда знали, что хотите заняться бизнесом? Как и все. Но у кого-то это получается, у кого-то нет. Думаю, каждый ребенок, девушка или молодой человек хотят быть успешными. Вы познакомились в 70-х с Лучано Бенеттоном? Да. Это был действительно важный и поворотный момент в вашей карьере. Знаете, все нуждаются в помощи. В какой-то момент Бенеттон был всем. Лучано был успешен. Но никто не подозревал, насколько. Вы понимаете, о чем я? У вас может быть много знакомых, но очень мало друзей. Но действительно, моя жизнь кардинально изменилась. Как начиналась ваша карьера в Формуле-1 с Бенеттона и Рено? У меня не было намерения начинать карьеру в Формуле-1. Я в жизни никогда не видел гонок. Команда изначально финансировалась исключительно семьей Бенеттон. У нее не было спонсоров. Это была привилегия для меня. У меня было всего 2-3 месяца, чтобы люди поняли, как я вижу коммерческий потенциал, что для этого нужно делать. Финансовое положение Бенеттона становилось все лучше. Лучано попросил меня стать коммерческим директором. Тем временем я уволил всю команду исполнительного директора и все его окружение. Именно так мы начали финансировать команду должным образом. Чтобы победить, нам нужен был действительно хороший гонщик. И ни один не соглашался идти к нам, потому что мы были производителем футболок. Когда есть Феррари, Макларен, Уильямс, а ты Бенеттон, шьешь футболки. Команда называлась Бенеттон, и это было довольно забавно. Но забавным это было недолго, потому что очень скоро мы стали конкурентоспособными. В 92-м году мы нашли Михаэля Шумахера, мы бились за него. В 94-м мы впервые выиграли чемпионат, и в этот момент мы больше не были производителем футболок. Мы стали командой, у которой нужно выигрывать. Михаэль был кем-то особенным. Независимо от того, что он делал на трассе, он был очень неординарной личностью. Если мы вернемся в 2008 год, на Гран-при Сингапура вас обвинили в договорной гонке. Несмотря на то, что вы обратились в суд, вам запретили занимать должности в Формуле-1. Если повернуть время вспять, что бы вы изменили? Мы обратились в гражданский суд, пошли в Верховный суд и выиграли дело. Эта дисквалификация действовала всего месяц. Всем манипулировал, я не побоюсь этого сказать, президент Международной автомобильной федерации. Этот парень не взлюбил меня с первого дня, он изначально был настроен против нас. Он отстранил Шумахера на 4 гонки. Он управлял Формулой-1, как будто это его игрушка, прессуя людей направо и налево. Он был сумасшедшим, настоящим безумцем. Парижский суд полностью отменил дисквалификацию, обязал федерацию выплатить мне компенсацию. И через месяц я вернулся в строй. Все это, Гран-при Сингапура, показало, что один из наших гонщиков попадает в аварию в каждой гонке. Иногда даже дважды за гонку. Если я справляюсь с гонкой с одним пилотом, почему бы мне не уволить другого до конца сезона, если он себя так ведет? Плюс ко всему, мы выиграли гонку из-за провала Массы на пит-стопе, Баррикелло, 5 гонщиков перед нами ошиблись. Нам просто повезло. Вы не хотите однажды вернуться в Формулу-1? Нет, ну а что мне там делать? Я не знаю. Если бы я хотел вернуться, я бы сделал это завтра утром, но я не хочу, потому что я был одним из лучших. Исторически, если мы говорим о Формуле-1, первый, кто изменил ее, был я. О чем говорят люди? Люди любят болтать. Я выиграл гонки с 3 разными командами. Я выиграл в Монте-Карло больше, чем кто-либо. Что мне там делать? Возвращаться было бы нелепо. Как вы думаете, Льюис Хэмилтон потенциально может сравняться с Шумахером по числу титулов Гран-при? Спорт изменился. Теперь болиды стали намного более техничными. Ими намного проще управлять. Но необходим талант. Если вы посадите Хэмилтона в Феррари, он покажет те же результаты, что Леклер и Феттель. Во времена Михаэля многое зависело от гонщика, потому что болиды были почти одинаковыми. Разницу делал лишь пилот.
Он был гладиатором. Не только Формула-1, вы же также увлекались футболом, Queen's Park Rangers. Для вас и вашего хорошего друга Берни это было сложнее Формулы-1? Да, намного сложнее, потому что в футболе у вас есть игрок, его отец, мать, менеджер, дядя. В Формуле-1 все больше ориентировано на бизнес, гонку, результат. Если я должен был выбирать, конечно, я выбрал бы Формулу. Вы решили открыть несколько своих бизнес-предприятий в Дубае. Почему город помог стать успешными некоторым вашим брендам? Дубай фантастический. Сам город и среда — это одна из крупнейших операций с недвижимостью в мире. Мы инвестируем в него, потому что верим в Дубай. Мы твердо верим в Дубай. Управление ресторанами там самое лучшее. В Дубае собрались лучшие из лучших. Расскажите о вашем бизнес-холдинге Billionaire Life и какой пробел он заполняет на рынке. Я решил вернуться к питанию и напиткам. Мы заключили соглашение с Сумасан в Великобритании. Дело пошло очень хорошо. С Billionaire Life мы проводим эксперимент в Дубае. У нас есть питание, у нас есть шоу, есть ресторанная шоу-программа. Это был ключ к нашему успеху в Дубае. Мы видим, что эта концепция работает. COVID-19 изменил мир. Считаете ли вы, что индустрия питания и напитков восстановится после пандемии? На 100%. Люди хотят получать удовольствие от развлечений, смотреть на людей. Иначе это больше не жизнь. Какие уроки нам надо извлечь из глобальной пандемии? Думаете ли вы о манипуляциях ею? 100%. По-вашему, в чем причина? Это политики, те, которые хотят остаться у власти. В Италии худший пример правительства в истории. Это все пропаганда. Ни один из наших министров не проработал часа в своей жизни. Это наша политика. Опыта ноль. Раньше у людей была работа, в политике никто не работает. Вы думаете, Великобритания должна покинуть ЕС без сделки? Я не думаю, потому что в Великобритании, если не будет итальянцев и поляков, кто будет работать? Это было неправильное решение. Я надеюсь, что Великобритания выживет, потому что у нас там бизнес. Теперь нужно посмотреть на модель бизнеса и решить, остаемся мы или уходим. Вы друзья с Дональдом Трампом. Вы думаете, он будет переизбран в ноябре? Да, у него нет соперников. Кроме дружбы, вы считаете, он правильный человек на этом посту? Я думаю, да. В Америке рекордная безработица. Уолл-стрит бьет рекорды. Я не знаю, чего людям больше нужно. Он управленец, а не политик. Он, как и я, будет говорить все честно. Флавия Бриатора, спасибо большое за интервью. Чао.